Сейчас очень многие жалуются на профессиональное выгорание. Да? Они теряют интерес к работе, они не чувствуют внутренней мотивации, они не получают от нее удовольствия. Но если вы послушаете, что я сейчас сказал, то на самом деле я перечисляю симптомы депрессии. Да? Потому что депрессия – это что такое? Не нравится все, кажется, что все плохо, нет чувства удовольствия, нет радости, нет желания что-то делать. Да? То есть на самом деле зачастую под профессиональным выгоранием скрывается действительно самая настоящая депрессивная там, реакция какая-то временная, да, если она всего лишь несколько недель длится, или уже депрессивное состояние, если оно длится на протяжении нескольких месяцев. И в этом случае, конечно, работа вам не поможет решить задачу. И изменить отношение к ней недостаточно. Нужно справляться с собственной депрессией. Это сейчас самое будет главным.